Меня зовут Всеслав Солон. 25 лет я занимаюсь преподаванием энергетической логики сознания человека, имея огромное собственное учение в этом направлении – логика предметно-беспредметных островов. Автор 18 книг художественного фильма «Сказка любви». Я знаю причину, по которой произошла трагедия с Машей Кончаловской. Дело в том, что Андрей Кончаловский снял художественный фильм «Глянец», в котором, ну, по своей фантазии поместил собственную супругу Юлию Высоцкую. И детство этой героини в фильме «Глянец» сыграла дочь Юлии Высоцкой и Андрона, Маша Кончаловская. То есть она сыграла маленькую девочку, и в конце фильма, кто видел фильм, помните, в конце фильма эта девочка стоит на другом берегу болота со своей бабушкой. А на этом берегу болота мама, точнее, получается, не мама, а сама та женщина, детство которой через берег собственное она видит, да, детство. Через берег находится. Так вот, получается, дочь Андрея Кончаловского, это построение, да, сонное, сонник, они все работают, такие вещи. Она свернулась в своем детстве. То есть вот сколько там есть сейчас? 14, да? И все, на этом конец. Дальше она не идет по жизни. Потому что отец так снял, отец так построил, он свернул. Потому что в 14 лет это уже там получение паспорта там или чего там еще, я не знаю. И дальше взрослая жизнь начинается. Но вот взрослая жизнь-то и не началась. Потому что бабушка увела ее на том берегу, увела ее в мир загробный. Страшные слова, конечно, страшные построения, но отец сам виноват. В магии так все устроено, что тот, кто это понял, тот и может снять и убрать это. То есть только я могу это сделать, я могу убрать это. Пусть попробуют другие маги, я совершенно разрешаю это им, но я не думаю, что они справятся. Ради Бога. То есть взрослую жизнь Маши Кончаловской в себя свернула ее мама Юлия Кончаловская в образе того персонажа, которого она изобразила в фильме «Глянец». И теперь дальше Юлия Кончаловская живет вместо своего детства, все правильно. А детство играла ее дочь Маша. Маше жить нечем, негде. Вся Маша свернута в Юлию Кончаловскую.